Так, видео номер два. То бишь, не знаю, буду их сливать или не буду. Скорее всего, сделаю раздельно. Вот так и все. Хотите сохранить проект? Нет. Проект сохранить не хочу. И как-то так вот. То бишь, данные файлы у меня через AIMP не воспроизводятся почему-то. Но через другой файл воспроизводится. Итак, который шампань, японский сидюк. Вот мы слышим, да? Воспроизводит, да? Как там, Александр Батикович, то бишь, видишь? Все воспроизводит. Не, не было такой проблемы, как ты говоришь. Музыка вроде ничего. Ну, не рок-н-ролл, конечно, и не транс, не данс-хаус, но... Единая песня-то знаменитая. Музыка такая, огонь, кстати, ничего. Гитара. Глубина. А где знаменитая песня-то, блин? Вот она. Ну и все. После этого больше нет ничего. Так. Даже видно, кстати, до скольки записалось, сколько еще осталось. На крайне буквально около сантиметра. Жалко, я так-то расходую почти все место. Так, этот у нас сидюк, а не тюнер. Борочь. Ну, у меня этот сидюк, это 220 вольтовый. Ну, его тоже мне отправляли транспортной компании, но нормально все. У меня есть один сидюк, который стряхнули. Я покажу. Этот транспорт стряхнули у меня. Kenwood DP1100D. Kenwood DP7050 нет. И 7040 нет. То бишь эти все CD-деки рабочие. Этот только, сука, японский читает. Урод. Не хочет. Тот нормальный получается. Этот тоже. И этот. Кстати, давай посмотрим, сам транспорт будет их читать или нет. Хотя он только лицензионки жрает. Он хитрый. Давай, время еще есть. 11-я песня. Давай. Этот хитрый он. Такой он. Ничего чужого жрать не будет. Он только ест лицензионки. Ну-ка. Ох, молодец, какой мальчик. Папа тебя похвалит. Давай 11-ю песенку. Кушульчика папе. Но это уже через этот усилитель. Это у нас транс. Тоже нормально все.
Блять, как мне неудобно. Мне. When you walk the streets for Louis, you better do what Louis tells you to. I met Louis on a hazy morning when the bars were closing down. He said, honey, I really like your prancing. Еще долго начинает выеживаться. Ну, а говорил, он будет выеживаться. Не хочет. Я так и предполагал. Ну, я даже в шоке, что он съел. Сейчас он будет отказываться от него. Ух ты, блядь, стика, да. Ну-ка, выключим. Включим. Ну, ну да. Возникает. Как его там жарит, он его крутит, блин. Вот так хорошо пел. Комары достали, блин. Ну ладно, 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 там начинает его раскручивать. С первого раза как-то съел. Даже удивился, если честно. Он не хочет его. Ну ладно. Ну все, все, не крути, не крути его там. Расцарапать еще не хватало. Зараза, блядь. Ну-ка ты не будешь в ее бороться, товарищ? Это-то я и знаю. А тут нет. Ну и тут тоже нет. Так что так. Ну пусть играет тогда потихонечку. Хоть послушаю, что я записал. Я же так выбрал, наугад. Ну как-то так, Александр Батькович. Всем спасибо, пока.